Какой выбор, ёпта? Забей на него. Чаш бэш, покинуть тело. Ну-ка, своя ротация, пвп, блядь. Вика сифилис. Притяжка. Мур, покинуть Лучше тело. сплетение взять. Плащ, если что, отдадите 272. А, конечно! По-любому. И вот оно это еще сделать, Леха. Надо еще, да, без вайпа. Ну на Анубе с первого раза надо убить, просто не проебланить. На Анубе. На чемпах надо с первого раза, блядь, все законтролить нормально. Видимся. На вот что надо. Фир по КД просто юзаешь. Ага. Ну посмотрим сейчас, как вы будете там фирять по КД. Увидимся. На... Посмотрим, как ты хочешь будешь давать по КД. У нас тут тепло. Что я буду давать? Я буду хилить? А, не, там забей. Не нужно, мне плащ, все. Хочешь достать? Можно вайпаться, да? Кого-то достанешь. Да, можно вайпаться. Бля, Вилания хочет топ хп сдать, я понял, бля. Ой, сука, я завтра работал? Кто-то сюда закинул. Я не знаю, что это делаю. Я просто, блядь, чего у меня саму тебя вынесли, дураки? Вынесли? Вынесли! Че-то горелник. Да, я говорю, завтра что, в недра идем? Кого там еще сумнуешь? Идем. Слятра сумну. С утреца часа. Ну, часиков 12 где-то так. Да, да. Ну, он ровист, сумонься. Гомосек тут. Надо левые наручи выбить срочно. Молот мутите. Молот на ару. Молот я сделал, мы наручи мутим. А, на этот? Я забыл, какая у тебя половинка есть? Такая же, как и у тебя. Кринж. Вроде все. Правая. Тогда, походу, надо подвести идти. А то, боюсь, мы разругаемся из-за этого. Этот, блядь... Рвис, ты если еще на Ануба зайдешь, да, хапалом? Так кольца одели, и хуёк две. Да, могу и так зайти хапалом. Или мне там что-то надо? Не, она же только с одного, с барона Гедона вроде бы. Ну, я понял, я говорю, кто две выпало. А получше будет. Рвис, ты рарник, зайдите в инст. В инсте. Сколько они в магазине наручу стоят? Рвис, где Рвис? О, там дорого, блядь. Ты сносишься всех на инсте? Анальная боль. Так, что там сейчас, я не знаю. Где приятно, Сиджу? 299 бонусов. Одна половина. Я понял. Слушайте, у меня вопрос. А у Наги, у нее жопа где? Она по полу ездит, она жопой типа трется или что? А жопа? У нее нет жопы. Ты с какой целью спрашиваешь? Не-не, как ты к этому пришел? Вот что больше интересно. Да я задумался. Ты сидишь такой, думаешь, а почему? Больше этого колесо. Первая мысль была, это то, что он недоступен для Катрисии. А колесочника пинганите, он там жрать пошел. Катрисия пытается ебать Нагу, но у Наги жопа в пол. Но потом я подумал, а если Нага обосрется, блять, он будет черкашами по рейду ездить, блять, раскатывать или что? Зайди в инст. Очень интересное размышление. Помогите сумануть людей. Кто-нибудь один выйдет. Это вообще-то, блядь, мысли великих людей. Мысли великих бичей. Со мной рыбу и пиво хотите? На, короче, я все попадал у вас, если что. Ну, и да, мы тоже. Пива у меня нету. У меня есть, фокус. Посмотри, вон, в кружке. А рыба рарник есть. Пока. Под пивасник, говорю. Рарник! Минус 100 ИП, нахуй. Опа! Рарник! Так, ну вот рыба... Ой. Что там танки? Алло! Чё? Какой-нибудь РТ. Алло! Заходи, пол будет дало, блядь. Ну, а блядь, что? ВК собрали, сейчас, блядь, на келе будем. Заходи быстрее, блядь, на кого-нибудь. Пошли на келе. Короче, давай, это босс первый блин. Где Мидарк, нахуй? Чё там, дрочите или чё, нахуй? Зайди в инст, рарника нету. Зайди, хули ты там стоишь? Ты тут? Алло, алло, я хочу запустить уже этого ебаного, блядь. Если заебал, короче, нахуй. Где он? Он АФК? Ну, видимо, лох на который. Пизду, короче, пошли, нахуй. Кто там в танке сейчас? Соло, да, за танки? Я собрал два танка, если нормально. Так, короче, я, сейчас, я блядь... Я два танка увидел, блядь, ё... Лёха, Калинер, и... Калинер, хлядри.
Короче, сейчас кто... А куда вы запустили-то? Кто сейчас, короче... Кто сейчас, короче, передамажит меня, короче, просто, блядь, ну, я не знаю. Воронку даешь, да? Замета наводит, замета. Замета, работает. Что я в ДД спекаюсь, нахуй. Вообще-то не... Я в ДД тогда спекаюсь. Да тот, короче... Ну, танк-то, ёпт. Да там, ну, два танка. Очевидно, Костя, очевидно, Юля. А, я Юля в ДД, кстати. Очевидное, невероятное. Очевидно, Лингрен. Это совесть Бориса запятнана. Фридринг. Кого? Очевидное, невероятное. А МТ из вас кто? МТ, ОТ. Бэма. Таких букв мы не знаем. Дайте каски. Тактика, о, короче, блядь. Тактика, бейте босса. Не дам. Тактика, бейте босса. А кулаки будут, кстати? Блять, почему я такой маленький? Да. Не будут. Даю звездопад, нажимаю двойку, нажимаю еще раз двойку. Сука, дамаг все равно какой-то низкий. Завали рот, нахуй. Сука, сам низкий завали. Низкий, говорит, 3к бурстит там. Смотри, сколько я даю просто, блядь. Сколько я даю? Мало, да? Не похоже, что я даю. Чтобы у тебя хуй вам вырос. Снизу списка, мне просто впадло листать. Так, я даю, короче, здесь, сука, 18к, нахуй. Серьезная хуйня. Ребята, серьезное дерьмо уже. Дайте кулак под оказы. Серьезное дерьмище. Куда вы там собрались? Давай, заходи, там вопросы... ИВК, давай, блядь, ебаный в рот, вопросы... уже первого буквы убивали. Вопросы отставить, нахуй. Если какой-нибудь нахуй ВК, блядь. Че, бабу выкинешь? То ты нет, уже. Ты, то, ты уже стоим. То ты уже в игре, да? Я понял, блядь. Просто доп ЕП зарабатываю. Нихуя. Ну, без ЕП будешь, без приора. Дайте присядь. Люди добрые, присты. Вот смотри, я 20-ку держу. Смотри, на червях как разгонюсь, нахуй. Просто смотри, ебать. Опа, второй червь вылазит. Вот который вылез, его хуярим, Геру каску даем, РДЖ стоим. Да есть по тебе каска, алло. Каску не дал, ДП получил. Да. Алло, Баня, это Болодя. Есть. Болодя? Пьяница, дайте кулак, блядь. Сейчас залома начнем, тут блин, бой идет. Вот на мне каски. На мне есть каска, а на мне нет каски. Из-за... Кто без каски, тот лох. А кто добиваем, добиваем, быстрее, быстрее, а то огонь сейчас кинет, сука. Блять, разотрил. Атос, Портос и Арамис. А как же Атос, Портос и Хуесос вот этого? Это не знаю, такой хуйни. Это классик. Так, а что сейчас будет, блядь? Ну-ка скажите мне, сейчас будет плевок в Ренджу, да? Или еще нахуй? Да, не-не-не, сейчас она будет, подожди, что сейчас будет? Она будет случайно, да? А, это огненная, бля, я забыл, нахуй. Встаем на рейндж, ебать. Короче, плевок через 3 секунды, милики разбежались. Раз, два, а кого ебать-то? Три. Отбежали, постояли, 10 секунд, и мы уже добьем тогда. А чё, вот я заходил вчера в эти, в роли на успех, там они освоение леди было, да, я так понял? Мы убили леди. А, ну я, не знаю, я посмотрел, аж на столе, аж на слезу пробило. Ты видел, как я хилил, нахуй? Там пиздец. Да, нахуй. Пиздец, блядь. Какую леди, в обычке? Гели. В УКМе, блядь. Ну, убили потом корабли и сурка. На кораблях там сервер лаганул что-то, блядь. Это, отлетаем к стене, блядь, и там... Надо бежать в босса. Я помню, у типа спрашивают, а ты чё, нахуй, духов не видишь, блядь? Да у меня камера близко сильно. Так отдали её, нахуй, ёбаный в рот, блядь. Да я отдалил, всё равно не видно. Я чилил вообще, ну, типа, на боссе я играл так, однако, блядь, просто, пока вот этот, ну... А вот бегал, духов хлопал просто. Так, кто ловит духа? По силе, думаю. Просто делаем... Не, я говорю, там вчерашний... А черепка отходим. Мы, если что, идем на ачивку, да, фантастическая мема. Лох, пидор. Ёбаный вагон. Падикон. Пиздец. Пиздец, нахуй. А чё, там же... А там же, чтобы пройти, надо без единого вайпа, да, надо? Без вайпа это 50 на 50, а есть еще бессмертие, там дают... Ну да, да, это вообще никто не умирал. Там дают коня, дань бессмертию называется, такая хуйня. А Вадикон уже заруинил, да, я так понял? Нет, сейчас нет. Пока никто ну, не жив. Ну, я же побежал в этого врёва. Я думал, вы так ебать подняли, как будто он... Я думал, вы нахуй так, как будто он умер, нахуй. Всё, пиздец, блядь. И нет, это ты... И с гробом, короче, эти негры танцуют, ну. Ультера, блядь, поставь. Ёбаная бэма. Осуждаю все гробы.
Так, черепок, видите черепок, от него надо найти. Куда ты залез на картину? Я понял, он в кусаку врезался. Он не мог. Кусака, нахуй, ебаный. Не мог врезаться в пету. Кусака ГВП, нахуй. Визуально выглядел, как будто он, блядь, в пету врезался. Я так понял, у вас вообще наркоманский. Не пет плохой, а хозяин. Нарковыга, нахуй. Кусака, сука, заебал. Какой, блядь, солевой чуть-чуть. Слышь, блядь, ВП Ханту, резай ему там паёк, чё за хуйня. О, сюда, дагер. Шаманы и рарник, заходите. Чё? Заходите в рейд. Ну так, я лечу. А тебе-то на кой хер этот дагер? Так. Я рофлю. Так, где ты там, в какой пати? Первое. В любом случае, он никому тут больше не нужен. Так. Уже кастерский. О, смотри, вон на защиту, мастерство уклонения, нормальная тема. Вот лети вон сам, Заханыч. Под Т5 оденешь. Так я лечу. А вот это смотри, с показателем блокирования, нормальная тема, да, блядь, под Т5 уже собирать рейтинг блокирования. Какой рейд такой? Вот ты мне, блядь, закидываешь, у меня распыла нету, нахуй. Чего, блядь? Подожди, подожди, у меня есть распыл, меня подожди, у меня распыл. Дай там кому. А тут уже все, нахуй. А где они, ебаный в рот? Где? Медарк зашел, пошли, выйдем тело с умнем, не запускайте пока. Дай, блядь. Пошли, выйдем, ёпта. Дай, блядь. В смысле нахуй надо, не понял. Спасибо. То самое чувство, когда друид садится на маунта. Ну. Что-то я не понял. А, взломаешь. Что ты не понял? Это кринж. Кого ты не понял? Сейчас, короче, попробуй меня передамажить, блядь. Тут у меня сова, блядь, отпусть. Давай, ты босса сумму. Запусти, блядь, подамажить. Какой босс, блядь, он не прилетел еще. Давай, залетай в инст. Так я теперь по ДПС у танков охраняю. Все, сейчас, короче, блядь, будешь охранять, короче. Не передамажь меня, короче, все, удаляй шамана, блядь. ГП. Я и не передамажу. Так, а я рыбу ставил вообще, вот рыба. Все заметано. Запустил, короче. О, минус рыба. Да ты запустил, блядь, а пожрать. Дайте рыбу хоть похавать. Я же говорю, вот рыба. Нахуй с рыбой, ебаные волки. А что попасть не может? Кажется, Танатоса кто-то встал. Заразился. Катрисия, ну-ка. Широкую, на широкую. Её да я только хотел сказать, блядь. Дырочку попасть не стоит. А там, блядь, типа, а там он все какому-то Вите орал, нахуй. Витя, не туда, блядь, палку. Тут не так, нахуй. Да ёбаный волки. Широкую, на широкую. Ёбни, говорит, вон чем-нибудь. Неправильно ты палку кладешь, нахуй, надо широкую на широкую. Я, видимо, палку, а не зря затрансил рыбу и пиво. Да, не зря. Вот, ты видел вообще мой трансмог? Пиво. Где, блядь? Вон, я стою возле рейса босса, посмотри. Ебать ты шмель, нахуй, а что у тебя с очками, нахуй? Надо, подожди. Поставил себе метку, блядь, чтоб найти. Что это за муха? А что это? Это рыба и пиво. А где пиво? Где пиво? Где рыба? А, все огромные видели. Пиво, в левой руке рыба, блядь. Ты достань руки-то, достань оружие, или что там у тебя, блядь. Да, достань. Гэр уже спула, да, мы нажимаем? Гэр уже спула. Ну-ка, достань еще. Опа, кружка такая, нихуя и селедка. Мне больше всего нравятся очки, нахуй. Окуляры. 3, 2, 1. Перед вами Джараксус. Хуя. Повелитель. Я думали, Юфейс Джараксус. Только лужу вынеси там, если что. Туннельчик. Бёрнин щит. Зачем дерьмо сжигать? А может быть горящее дерьмо, а? Ты не подумал? Ну пылающий легион, значит пылающее дерьмо, нахуй. Врата ебашим, сука. Кто не ебашит врата, то найти врата. Похуй, туннелем босса. В смысле, блять, врата, чтоб баба вторая не вышла. Не, нихуя, туннелем босса, нахуй. О, лохи, блять. Давай, две бабы уешим. Они просто сало дадут, когда будет инфернал, извержение, нахуй, анальное. Ого, это после оранчика чисто. Блять, блядь, ой, там оранчика что ли, блядь, терсминог, захиливаем терсминог. Отправляюсь в бездну, бер, этот не юзаем. Значит, вставал, ясно, бидон, бидон. Деградация рейда. Господи, не захилили что ли? Таки. Ну что, блядь? Захилили, да. Ебать, блядь. Бидон, вставай, тихо, блядь. Бидон, вставай. Чё ты лежишь? Хозяйка. Стаки, кто не спиздил, тот пидор. Это. А чё вы... пиздить, а чё мне не... А лемпу не спиздили.
В смысле маги нахуй? ШП и инфернал объем. Элемы. ШП, присты вообще любые. И все шаманы могут воровать по 2 стака, блядь. В чем проблема? Ну не воровать, они пуржить могут. Мне похуй, блядь. Мне похуй. Пуржат, хуюржат, блядь. Факт, что надо это... Рависта захил, нахуй. Захилен, бля. Вы чё, сука, вас играть научить? Давай, сенсей. Давай, быстро, блядь. И, блядь, вот ты там чё-то... Не деда, надо... как внучек раслилась. О, надо. Даже... Чего несёте, дудодики вообще? Дудодики. Я уж заикаться начал, вообще, я деградировал. Нахуй, стаки опять не сняли. Алло, Шалфир, Мидарк, чё, сложно нажать? У вас по 2 стака тырится. Еба, я понял, нахуй. Где жест? Еле-еле! Еле-еле! На кожевку мне закидывай. На кожевку? Сейчас, погоди, на кожевку, блядь. Так, какой ты пати? Да, вот он, да? Раньше ты арбалет ЗКП брал. Так, что это такое? А, интересно, ловкость. Нихуя себе! Опа! Нихуя себе, я что-то выучил. Нихуя себе! Как же дохуло. Блять, вот что там за лайк? Ну-ка. Попросил нахуй рецепт, да? Сука. Да хула. Вы чё, мусс забыли? Да хула, окей. Да мускул я тоже нахуй от этого флуда. Да хула. То, да хула, то... Опа, сюда. Я хочу ливнуть отсюда нахуй. Сюда. Так берешь и ливаешь, в чем проблема? Проблема не были арбалеты. Грудак жесткий. Сюда. Сверху только ХПшка, а так... Это, ну, смотри, вот, получается, я могу не удалять его шамана, я тебя передамажу. Короче, сейчас выставляй там с глаз на панель, тотем заземления, тотем замедления, тотем антифира, нахуй. И все остальные тоже, этот самый, в принципе, поебать. Давай так, смотри. Хилы выживаем. Тотем антифира, дальше что? Сейчас, погоди, блин, декурс убрать. Отсел природы поставь. О, сейчас самая, блядь, интересная стадия, чемпы. Чем сейчас обосремся, нахуй. Да, так, сейчас жабу, с подливой прям. Так, смотри, тотем третий этап поставил, жабу на панель вынес, нахуй, дальше. Короче, играем как ПВП, блять. Кого не назначаю, чё контролить, тот хуярит цель. Убегайте, сейвы. Так, а чё, давай мы тоже... Освобождение сейвы, диспейлы. Давай в ДДшку, похуй. Давай, давай в ДДшку, быстрее убьет эта хуйня. Стойте, не спульте пока. Сейчас я, блядь, скажу, кого первым. Геру спала, давайте. Значит, вот эту. Гера КД. Тихо. Звезду, значит, первую зергаем. Это шаман, нахуй. Ой, блядь. Это Хант, нахуй. Ой, блядь. Это Лок. Тихо, блядь. После нее зергаем кружок, нахуй. Это все запомнили, блядь? Нет, сколько она выпила? А, блядь, Лока нету, сука. Короче, луна, это друид, нахуй. Надо его нахуй послать, да, короче. Бельнор это ретрик, короче, имейте в виду. Бельнор, вот этот ромбик ретрик. Имеем в виду. Так. Ангар, очистительный Гога. Значит, это, короче, это, короче, этот, нахуй. Ну, додик просто прист. Потом его ебать. Слышу, ты его что, кружкой, блядь, ударил? Значит, ДКшник. Короче, ДКшник. Короче, кто это будет? Похуй, давай крест, нахуй. ДКшник, крест. Самая хуёвая рога, нахуй. Крест, это... Сейчас я тихо скажу, блядь, кто миликов контролит. Самул, Варь это хил. Смущаю, да тихо, да? Нахуй. Этот, это хил, короче, Самул хил. Это квадрат будет. Варьер будет квадрат, нахуй, заебал. Слышишь, дизарм, а да? Самул... Блядь, под Блэйдштейн. Да. На роге. А Самул это, короче, череп. Больше всех хилит Самул. Здесь хэпала нету, ему каст волны сбивать. Ну и вообще нахуй его посылать. Шаманы ПКД его, блядь, в жабу превращаем, блядь, в овцу превращаем, магов нету, да и похуй. Самула? В первую очередь убиваем звезду, всю остальную парашу контролим. Непосредственно называю, кто что контролит. Мой треугольник, нахуй, запомни цель. Вадикон, твой шокул полностью. Три вихря, три оплетения. Значит, где там? Сука, еще бы что-то забагалось. ДКшника, где он, сука? Крестик, сука, блядь. ДКшника, Равист. Три вихря. Это полностью, прям вообще только этим занимайтесь. Все остальное, когда секунды свободно есть. Этот Равист, крестик, запоминай цель. И Катрисия, твой, короче, Бельнор, ретрик ебаный. То же самое. Три вихря, три корня. Всю остальную хуйню.
просто фиряем, что хотим делаем, нахуй. Первый убиваем звезду, кружок. Я могу саму лавжабу держать, да, получается? Можете что угодно, в чем угодно держать, блядь. Сначала в руках, но... Сержу, главное дизарм, дай варьер. Давай? Кто сдохнет, тот пидор, короче. Кто варьер, я... Квадрат, шоку, шоку. А, и блин, самое главное, слышишь, встаньте поближе вот сюда к воротам. Вот сюда встаньте, ну, в центр примерно грипанет, кто здесь из ДКшников. Короче, кто там? Юля, давай ты посмелее. Ты грипанешь примерно сюда, вот где я стою. Посмелее. А какой-то еще ДКшник, давай, сифилис, прям в стену туда грипанешь, чтобы быстрее мобы пока долго бежать будут до нас, чтобы быстрее рейд разъебал этих петухов. Все, давайте на счет даю. Юля пригрипает звезду, мы ее разъебываем, всю хуйню контролим, блядь. Ебана в рот. Петухов-то за шо нахуй? Грип, второй грип, контроль. Бежим. Ебаный в рот. Гера фулл ДПС. Покинуть тело. Гера КД. Диспелим. Бопы по хилам, блядь. Сука. Ебаные волки. Виси. Да меня сейчас, беги, меня сейчас беги. Вар, меня вар сейчас разъебет. Так ДК, ты далеко, блядь, где ты бегаешь? Да я в рейде стою. Это тихо, расфиряйте. Звезду убили, кружок бьем. Звезду убили, ДКшки, кружок. Вытягивайте миликов. Вытягивайте миликов и оковы. Вышли с рейда, вытягивайте миликов и оковы. У меня 2 секунды. Шакула. На лаге, пиздец. Так, нет, корни дал, по треугольнику дал корни, отходите от треугольника просто. Кружок бьем, все кружок выбрали, бьем, быстро. Зергаем. Сейчас вихрь будет по дороге. Все нормально. А, нет, вас не врежешь, ничего себе. Сука, тварь. Все, добиваем. Вавилонию иннер киньте, пожалуйста. Сейчас. Если не жалко. Кинул. Все. Так. Сейчас по дороге вихрь будет. Да сука, тварь тупая, подойди сюда, нахуй. Видишь, я тут, блядь, стою. Да я здесь. Да, это добили. Череп бьем. Всю остальную хуйню хуй забили. Все, от роги отходим. Череп бьем, зергаем. После черепа будем звезду бить. Всю остальную хуйню фиряем. Рогу зафиряйте. Так, вихрь пошел по нему фуловый. Теперь звезду. Череп быстрее добили. Так, вихрь обновляю. Да его не диспелят. Пуржите таргет. Пуржите, блядь, сука, как на Джараксусе. Шалфир, шаман, Зулаван. Вытяните. Кого дальше? Так, звезды. Звезду. Да пизду. Кого пизду? Луну бьем. Ну вообще болит голову. Ты его каньте, блять, тотемство. Я тебе поставил, видишь, вихрь на него этот. Луну, после луны звезду, нахуй, что не ясно. Вот смотри, я дал ему вихрь, сейчас я после него дам корни, нахуй, он просто сосет ногу, нахуй. И смотри, я еще магу дам вихрь, нахуй. Смотри, блять, какой красавчик, нахуй. Просто, блядь. Только нахуя, блядь, его бьём. Жаба нахуя, когда сейчас... Этот, звезду мага бьем. Блядь, там рога... Я ему корни дал, отойдите от него. Просто отойди, блядь. Просто отойти от него, чтобы он не разъебал. Все, звезду бьем просто. Гайд по тактике. Блядь, 50 на 50 делаем. Ёбаные волки, не обосритесь. Давай, треугольник, да, зергаем. Блядь, неинтересно. Треугольник, зергаем. Шакула законтролил, шакала законтролил, нормально. Блядь. Сука, оказался минишин. Давай. Так, вихрь ретрику нахуй, добиваем рогу, добиваем, короче, всех этих пидоров просто сводим и ауешим нахуй. И будем жить мы ровно нахуй, да? Ну типа того. Я понял. Пацаны, вообще... Я не знаю, между прочим, за эту хуйню дохуя ИП и себе смерти сделаем. Чтобы вы понимали всю серьезную ситуацию. Ну хотя бы косарь дадут? Нет, в смысле без смертей, без вайпов. Там около косаря, да, там около косаря есть. Вот если без вайпов, да, а если просто 50 на 50, там 600 ИП залетает. Ну минус 25%, конечно, что срез был, так что это. К воротам отходим, не запускаем пока, отходим к воротам. Триня. Нормальная триня. Какая? И тапки норм. Кому надо триня? И 3 минуты, когда... Заберу потестить. Ну кто танчить с ней будет, в смысле? Есть бомжи? АФК 3 секунды. Заберу потестить. Визибл вон. Кого? Тренер на трансмог? Да. Визибл. А шо? А шо? А он просит. А шо? Это самое. А можно меня в пати к... А, ладно. Я просто тотем на Мелихас сейчас вам поставлю. Нельзя.
Вот на, Вилания, смотри, что я тебе нашел, блядь. Меткость, скорость. Нормальные латы, блядь. Нормально себе. Спасибо. Спасибо. 102 хосты, блядь. А? Блядь, смотрите, хосты. вот тут, чтоб не сдохнуть, надо вообще нормальными пацанами быть. Кто-то спекнется? Это, отойдите только. Так, ну давай. Тотем я... уберите? Тотем на мелехас нормально? Заломаныч, тотем уберите? Спекнитесь, дополнительно. Холидринг, спекайся, короче. Сломаныч, тотем и пет. На месте. И гомосек, спекайся. Слышишь, спекайся. Значит, как сделаем? Вы, короче... Блядь... Давай, Холидрин, короче, черную бери и тончишь. Я еще белый буду с тебя стараться забирать, там если дебаф получу. Черную берешь. Че, Холидрин танчит, да? Да, это тихо. Значит, Холидрин, берешь черную, тончишь звезду. Я беру белую, тончу кружок. Значит, теперь этот гомосек для тебя. Значит, вот здесь позиция. Как тебе объяснить? Ты понимаешь, да, как ловить сферы? Противоположного цвета времени. Вот примерно твоя позиция вот в черепе. И не только в одной метке ты стоишь, а бегаешь вот так отправо, вот отсюда и до сюда защищаешь. Здесь центр так мы жопой защищаем. Да, пусть ты... белую. Кто ловит белую, да, блядь. Потом, когда цвет меняется. Тихо. Короче, потом меняет только тогда, когда рейд не убьет. Этот. И кто там еще? Лингрен. Лингрен, твоя зона вот тут. Вот тут. Вот тут. Да. Со стены ловишь. Вот тут жопу рейда прикрываешь. Вот. Слышишь, Войд? Мы вот так вот жопой стоим, центр прикрываем. Чё? Если мы пройдем 50-50, повторишь видос, который Сэджу кидал вот сегодня с такой же интонацией? Какой? Мужики, ваши жопы. А там сверху видос Сэджу кидал. Посмотри, это... Не знаю, давай потом, блядь, этот отчет нахуй. Поехали, фул щиты по рейду, блядь, отхил максимально. Гера спула жмем? Подожди, не надо спула. Нету Гера. В воде отворачивай Хлюдринка, фул захил. Рейд прям на флаг держите. Так. Немножко понабирай. Так, я стаунтил звезду. Сейчас понабираю на нее игру. Не уроните никого. Что там, черный стоял? Так, Рависта, по-моему, сейчас бил, я мастаун дал. Смотри, чтобы это самое... Рависта опять бьет. Равист, стоп дамаг, нахуй. Просто в ноль, стоп дамаг. Покури, блядь, убьет тебя в ачиву с которой дохуя и... Блядь, Равист. Слышишь, нет? Ну стоп, не нахуй. Чё? Пиздишь, нахуй. У нас на этом, блядь, на джане. Я на него сталил, кинул, рейда так что забей. Не помнит. Где сложила? На Джараксусе. На Джараксусе. Тихо-тихо. Да? Да, у нас же не диспейлили, там пол рейда дохлое было, расслабься. На Жираксусе 5 тел упало. Ясно, а хули вы молчали, блин? Ладно, 50 на 50 делаем. А тебя не было, да, на Жираксусе? Не было его. Я уже забыл, наверное. Мне показалось нормально. Можно попробовать забыть. Рыбка Дори, нахуй, за 5 тел. Ладно, тихо, ну 50 на 50-то никто не отменял, нахуй. Транквилл, ты ёбнутый, блядь, или что? Чё он там? А черные на тебе чем КХПС. Так, готовим. Черные не надо ловить. Это тихо, блять, тихо нахуй. Две секунды это способность. Сейчас смотрите. Дай босса, блять. Также черные. Какого? Нормально. Просто добивайте. Какого босса? Ну босса ебаного, звезду нахуй. Бейте, блять. Сказ сбили, все просто добиваем. Так звезда на мне. Ну да. Да он, блядь, мой кружок забирает, там агра пиздец, нахуй. А чё, блядь, как так я проебал? Что это? 38 тысяч хпс. 38 тысяч, блядь, хпс, это вообще нормально? Да. Чего? Чего ещё раз? Нормально. 37,8 хпс, блядь. Ну, у меня показывается 0,8. Я хуй знает. Ну это исцеление с абсорбом, наверное. Ну да. По-любому. 38к это. Что там, 25 нормально? Кто на что, могу назад спекать? Транквила. Я пока не спекать, сейчас скажу. Я какие штаны на нахуй? 38к хпс. Так. 126 щитков кинул. 4300. Что там, два тела какие-то заебись? Это, наверное, килл с абсорбом. И похуй, что с абсорбом, это все равно пиздец. Ну нормально, так и должно быть. Бедона валик 813 сказ заабсорбил, ебать. Так, смотрите, значит. Че, какие ставки на Ануба?
На нубе надо 49. три танка. Хуёвые. Я также хотел ответить. Ну давай, давай, Лингрен, блять, вот, не знаю, Хулидринг, надо, чтобы ты просто не сорвал с него, блять. Трусики, они же таунтят. Анреально. А просто если тебя шотнет, будет печально. Ну, да, в принципе, не должно. Ладно, Хулидринг, Лингрен, гомосек в ретрика, нахуй. А зачем тебе три танка? Три танка, сука, сказал, блять. Потому что шотит его, ебаный в рот. Четыре жука, блядь, что тебе непонятно? А шотка? Зальем жуков, блядь. Так и зальем. Подожди, только, подожди. Поскольку... Там розовый обоссад жуков, нахуй. Не, проблема в том, я вот не помню, выдержит один танк или нет двух жуков. Типа залить, да понятно, зальют, блядь. Еще и агро сорвут, еще и обосрутся 10 раз. Короче... Шалфир, Шалфир и Мидарк, так как Транквила, ну, пускай Транквила занят будет. Это, сейчас я вам метки поставлю, блять. Три танка, нахуй, пизду. Выходят жуки, значит, четыре жука. Тактика очень простая. Под очко босса, под лужу, босс на луже, блять, заводятся жуки по два, нахуй. Передние и ближние к боссу берут два танка, один лево, один право, с одним... Приз один, с другим приз другой, блядь. Сами сейчас распределитесь лево-право, блядь. И подводите первых двух под босса, сразу заливаете, блядь. И вторых двух, как только у этих уже 30% хп, уже шипешники освобождаете, и они идут, танки их ловят и опять заливают. Все, блядь. Дальше босс там сливается, пиздец. Там, в одно взрывание будет. Так это моя... Пиздец, не хоть. У Гера у всех не в КД? Ёбаные вы, блядь, придурки. А чё ты камеру вниз-то не опустил, блядь, Костя? Понятно, Костя. ДК фрикалоиды, блядь. Я всегда, блядь, камеру вниз опускаю, потому что я, блядь, ну, как бы, занимался такой хуйней. Красава. Ну да. Когда камеру вниз опускаешь, не разбиваешься? Нет. Ну, когда на тебе эта хуйня, нет? Ну, это... И когда на тебе шамановская хуйня висит. Это, блядь, тихо. Два жука. Вот, левая это звезда-кружок, блядь. Правая это... Это что у нас где, нахуй? Это вот здесь, да? С напочинку будете... А правая это блядь. Ромбик и треугольник, нахуй. Кто с какой стороны, определитесь там? Так, я вижу... Кружок. Я вижу, вот, Мидарк с ромбика стоит. Ну, примерно, нахуй. Босс примерно, я сейчас пока ставлю вам... Босс примерно вытянется сюда, я буду на боссе, блядь. Примерно вот сюда я его вытяну. Я с тебя босса сорву. Не надо тебе бить босса, блядь. Ты его никак не сорвешь, если ты не будешь бить, блядь. На полного... Тарелкой блядь. Сорву, ебаный. Не надо его тарелкой срывать, блядь. Ты в жука тарелку даешь, блядь. Когда он тебе подойдет, нахуя тебе давать, если у тебя град нахуя? Ты шо, блядь? Макрос, еще, у тебя там... Еще раз говорю. Я просто тарелку буду в жука кидать. Начну а подводить ты не кидай под... до хуя тарелок, в чем проблема? Начну и подводить меньше. Под босса, и я когда на себя щит накладываю, блядь, он взрывается, вот. Блядь, и сорвет себя. Пока босса, он блядь. Идет, две тарелки в него дашь, дальше не даешь тарелки, все, что сложно. Дай просто таунт. Этот, ДКшники, сифилис, грипни в луну, этот, ебаную, этот... Сферу, сферу понял, нахуй. Я, вот, я туда жопу босса поставлю, жуки туда ближе будут доходить, и все будет заебись, блядь. Все, это самое. Сейчас будет уводить будем и жуки его, да, на после... мне нахуй, и, блядь... Босс, кого на пол давать? Войда, босса на войда. Ну, если на боссе, ты будешь жуков срывать, какая разница, блядь, что так. Подожди, блядь, я не переоделся, нахуй. Тебе надо... Понимаешь? Да мне тогда стоять, блядь, и не бить нахуй, да, ну, вообще, да. Блядь, ни жуков, не никого. Стоять и не бить, автоатакой бьешь, да. Ну, блядь, ну, хочешь, играй как хочешь, просто, ну, я тебе объяснил, ну, это не трудно. Я говорю, мы босса уводим на перефазе? Так, босса, да, давай. По бопам, чё? По бопам, ну, давай, значит, первый Варник боп, пусть. Первый я боп, первый боп, давай Авелания. Вот босса я уведу к паутине, вот, и, в принципе, там поебать, первое Вилания. А потом... люди знают прикол с бопами, нахуй? Похую вообще, блядь. Главное... Похую, боп никуда, нахуй. Что не надо. Короче, делать, я вам бопину. Скажу так, это, ну, дохуя пиздежа, тут просто очень простая тактика, блядь. Мы не сможем перевести его с Герой, нет? Мы его с Герой не переведем, зарывание перевести. Будет одно по-любому. Гер лучше надо в конце давать. На этот, да, в конце дадим. Это РДД хилы, вставайте за него.
чтобы жуки на вас не огрели. Чтобы перед лицом босса будете вставать. Я не знаю, у нас как бы ДЦшник 2Т5, блядь, я хочу какую-то тактику нахуй рассказывать. Он захилит сам. Надо ничего рассказывать. Ну, жуки как бы, блядь, ему похуй, сколько там у тебя. Возьмет тебя и вайпнет нахуй. Стой. Кто там второй танк? Лёха? Какой похуй? Жукам не похуй. Лёха, ты где ловишь жуков? Я с правой стороны. Частица на войда всегда. Всегда. Справа, если смотреть на босса. Со звезды сказал. И... По солнцепаду не знаю, усов теперь. Возможно, они будут сферы разъебывать. Нет, сферы вроде не бьются. Вроде шипы добавили, короче. Слышишь, а я тарелкой не разъебу. Сферы не бьют, это стил. Вы там стороны поделили хуйню с Зингреном? Мы-то поделили, я говорю, слышишь? Нахуй. Я сферы не разъебу. Мне похуй, мне поебать. Да заебал, не кидай эту тарелку уже, блядь. Зарывание будет только одно, даю отчет. Да столько контента от Т5 прошло, а думаю нет. Эта хуйня полчаса проносится, не знаю, чего вы паритесь. Сферу сюда под жопу боссу. И разбить. Ага, все, заебись, все как надо. Вот первых двух жуков заводим. И все, заводи и ауешим. Там у тебя тарелки хватит. Я там 50 тысяч набрал. Все, 30% у них. Готовьтесь, что там станы у них будут. Вот этот стан, да? Угу. Сбивайте. Только не все одновременно. Пускай это хулидрин делает. Если у него КД, то Лингрен следующий. Второй жук. Второго тоже. Жука, брателла, пускай... блядь, кто там? Медарк, брателла, быстрее, блядь, время. Забери. Верим. Рарник парависту сальва. Все нормально. Жука долейте. Ладно, Вилания парависту сальва. Что-то не помогает рарнику. Одного контроль для него. Два жука под босса ставим. Даунт нажал что ли на босса, блять? Еще один. Слава уводить надо. А, рарник уведет. А что не закопались? Что, вы не можете на лужу поставить жуков или что? Вот этих ставьте на лужу. Сюда ставьте на лужу быстрее и заливайте весь рейд их. На лужу, сука, он зароется. Новых бьем. Выйди, кто с меткой? Поебать, уже не дрочите, бейте жуков просто, блядь, поебать. Похуй, кто там где вышел, не вышел. Бегайте как хотите, вообще насрать нахуй. Жуков бейте все. И маленьких, и вот этих, блядь, добить быстрее. Ну, жука бейте. Все, маленьких бьем. Ну, Боб, дайте ему. Боже, вы че, блядь? Да. Так, этот самый сифилис, подойди сюда. Грипнишь сверху, черепок поставил. Рисайте транквил. В луну. Череп луну. Транквил, Вадикон, рисайте. Все, в эту не забегать, в череп не забегать. Бежим к паутине, вот сюда бежим. Сколько там до выкапывания? Вот пару секунд. В луну не бежать, нахуй. Стой. Все, нормально, сейчас выкопается. Боб ему дайте. Сейчас встань. Дайте ему. Все, он вылезет. Стой. Все, босс идет сюда. Веди, блядь, сейчас дотянусь, нахуй. То же самое, повторяем с жуками. Жуков бьем, там 13%. Там 40%. У жуков вот этих четырех убиваем. Я ставлю, я замороженный, и стан дается. Вот этих двух жуков быстро бьем, босса не забираем. Зачем там нажимаем? Блять, миссанул обычным таунтом. А, потом говорит, это тарелка. Давайте Геру. Тихо. Геру и жуков также заводят. Сбить, теневой, сбить. Грипните, что-то сделать, вот, отлично. И ауешим также жуков, не босса, жуков. Новые выйдут жуки, тоже их убиваем. Я скажу, когда не бить жуков. И вообще мы их будем бить, блять. Жуков, все, отлично. Дальше, вот пока жуков нет, босса, жуки появятся пару секунд, новые. То же самое шипешники делают. Только шипешники хитили. Кто там тряжет? Хулидрин. Что, я не бью. Ну, ясно, нахуй, блин. Жуков, два жука первых под босса, два других в контроле. На фул хп держим. Частица на мне и двух танков просто хилишь. Все остальное, только метки захиливайте на фул хп. Все остальное не хилить. И двух освобождать. Давайте жуков освобождайте. Освобождайте жуков, да? Сейчас я еще на хп дам. На босса, блядь, минус от хил делайте. Минус от хил, да. Ханты или рога намажь яд. Вот этих двух жуков бьем, следующих не бьем. Да, сейчас намажу. Вот этих жуков двух убиваем и дальше следующих жуков не бьем. Даем...
Оковы, и Транквилла тоже оковы дашь. Сейчас дам крик на хп, вот, друидовский абсорб. Поменьше хил, стоп хил. Добивайте стоп. Ануба, добивайте. Жуков, ферните, Лингрен и Холидринг, ферните своих жуков. Или стан дайте им быстрее. Ферните, ферните их. Так, дубовая нахуй вся. Хера, кстати, бы перевели без взрывания. Хватило бы урона. Прости. Так, где мои запы, твари? Где мой плащ? Ну? А ресницы, может, ты? И... Запах. А может, пошел ты? Сейчас ты пойдешь. Там плащ на холика, кстати, лол. А что это за токены выпали, блядь? Т9-3. Т9. Ой, на холика какой плащ. Если что надо, там у Авелании весь мусор. Прикольно. У Авелании весь мусор, блядь. Т9-3, давай. Плащ был бисовый прям. Так, спина, девочка, любовь, нахуй. На, так, нахуй. Погнали, тели на хорошей ноте, 600 ЕП, пожалуйста. Будешь критовать, не 600, а 450, мне же 25%. О, дай мне грудак. Так, что они вот... Паролим грудачок. Надо, чтоб они так... Одна, я, контроль, давай. Они в ТЮХМ. А что, можно топоры? Сейчас, конечно, можно. Какие-то у тебя пиво, блядь, с рыбой, ты что мозгаешь? А что, все? На трансе. Да, все. Так у тебя пиво с рыбой. Ну, я понимаю. Только кстати, в Накс? Можно, кстати. Бля, кстати, а погнали на туре 25-ку Накс. Накс слишком трудный. Убили Черной горы, бля. Так, что вы погнали в Накс, реально. Погнали на туре, я хули еще делаю. Подождите-ка. Слышишь, что? Транквилл, тебе нормально этот пояс будет, нахуй? Как он называется? Плащ, нахуй. У тебя же 64-й. У тебя же 64-й, нахуй. Какой он лучше? У меня 77-й. А, да? Ебать, у меня какой. Подожди, у меня Лоховский, да? Я походу на Эрдру Лоховский. Причем идем? Пузо паладина. Мне надо другой плащ, у меня... Вот Фокс часто хилит. Да дадут, ЕП дадут. Все шмотки на Олика. Идем на Накс Рамос? Че? Ща погоди, вот Фокс тебе надо, сука, плащ? Я бы на транс. Плащ. Ну на транс, да. Я, короче, грудаки Авелании дал, там, не знаю, кому на какие классы, там, блядь, покорители. Вон. Мне один, да. Да. Это за хил. 4 грудака. Грудак, холидринку. Да, дай ему какой-нибудь, я хуй знаю. Можно попробовать бессмертного сделать. Ну да, можно. Не надо, все, забрал, короче, плащ, нахуй. А то у меня 64-й, блядь, позор какой-то, блядь. Так шо? Мы идем? Погнали в Накс. Мы уже с Юлей сейчас умонить будем. Какой десятку? Накс? Какой Накс, блядь? 25-ку. Охуенный Накс. 25-ку. Я так размышляю. 25. У кого тут на проходки? Пошли. Черсминога нету, да, проходки? На око? Нету, конечно. Блядь. Наш цены на ОХМ не ходит. В минус 3 не начнем, да? Накс, пошли, блядь, заебал. Погнали, все, мы уже сумонимся, нахуй, с Юлей. Давайте, сумонимся. Я Накс не буду эрелить, сразу говорю. Блядь. Да, похуй, можешь помолчать. Я не помню, потому что это было 3 года назад. Это, ЕПшку давай. Сейчас дам, ебаный в рот. Так, что там, блядь, как написать? ИВК, 25. Да, меня засумонили. Элитный бич. 50 на 50. Впервые в гильдии. Нет. Там впервые в гильдии тогда косарь 200, ёпта. Актуальный контент. А, кстати, да, давай тогда добавляй. Докидай как раз ФК, ФК, ёпта. На туре. Но он оставался непреклонен. В смысле непреклонен, блядь? Чё, не понял. Давай, блядь. В смысле, блядь? Хил, ТП, давай, в смысле, блядь. Где доп ЕП за ФК? За ФК доп ЕП, где? Рыло. Да, посадки сверху за ФК. Че вы в Наксе хотите, блядь? Трансмоги? Просто трансмоги там пиздатые есть. Трансмоги, ачивы, всякая дрочь. Рыльте.